В республике Башкортостан в стенах воскресной школы имени преподобного Сергия Радонежского города Ишимбай по благословению епископа Словацкого и Кумертауского Николая прошла встреча-конференция на тему «Православная книга. Наставник христианина». На мероприятии присутствовали воспитанники воскресной школы, прихожане Ишимбайского Свято-Троицкого храма, а также все неравнодушные к чтению духовно-нравственной и классической литературы. Прозвучали доклады об истории книгопечатания, массового распространения печатных изданий, а самое главное – важности чтения книг. Даже если взять ту же самую книгу, про которую я говорил в самом начале, 461 градус по Фаренгейту, правительства всех стран приказали сжигать книги, но они все равно не исчезли. Появились люди, которые всегда будут их хранить при себе, ни в коем случае не выдадут. Даже если книги претерпят упадок, они все равно вернутся в нашу жизнь. Они всегда будут актуальны. Чтение, оно должно занимать в нашей жизни вот, главное и важное место. Потому что если мы с вами являемся христианами, мы с вами должны вот, каждодневно получаться чтение Священного Писания. Вот. Если мы с вами хотим быть людьми грамотными, образованными, вот, с красивой речью и правильной речью, то мы с вами должны, конечно же, читать.